Привет, друзья! Видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Моша. Хочу вам рассказать, как жениться в Лас-Вегасе. Сначала вам нужно попасть в Marriage Bureau. Оно находится в даунтауне на улице Кларк-авеню. И процедура происходит очень быстро. Надо заполнить анкету. Вот номер дома 201. Заполнить анкету, даже две анкеты со стороны жениха и со стороны невесты, стоит порядка $70 пошлина. И после этого вы можете пойти в церковь, и там ваш брак будет окончательно зарегистрирован. Но если вы не идете в церковь, значит, будет зарегистрирован здесь, в государственном учреждении. Не важно, с какого вы штата, не важно, с какого вы города, не важно, с какого вы государства, вы можете приехать в Лас-Вегас и сделать все очень быстро. Значит, вот такая вот маленькая памятка. Куда идти? Вот это агенты. Окей. Это агенты церквей, кстати, стоят. То есть они раздают буклеты, потому что церкви здесь целый бизнес. Я подробно потом про это расскажу. И когда вы заходите сюда, то они дают буклетики. Только не знаю, у них почему-то сейчас в руках их я не вижу. Но когда мы заходили, они были. Так, у нас такси, я побежал.